Простой рецепт фасоли в сметане опробован мной десятки раз и никогда не подводил. Вы можете использовать его для приготовления оригинального гарнира или очень вкусного самостоятельного блюда. Более того, в холодном виде такая фасоль превращается в прекрасную закуску, легкую и сытную, так что не проходите мимо. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте все ингредиенты, фасоль заранее замочите на 10-1-2 часов, удобнее это делать на ночь. Замоченную фасоль промойте и отварите до готовности, после чего откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость. Для соуса соедините сметану, воду и муку, хорошо все взбейте, добавьте по вкусу соль и молотый перец. На сковороде разогрейте масло и положите тертую морковь и нарезанный кубиками лук. Вкуснее тем, кто подпишется. Обжарьте овощи до мягкости. Добавьте фасоль. Вылейте в сковороду сметанный соус, все перемешайте, доведите до кипения и тушите под крышкой на небольшом огне 15-20 минут. Фасоль в сметане готова, по желанию добавляем свежую зелень и подаем блюдо к столу. Очень вкусно как самостоятельно, так и в качестве гарнира, приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Обещанный список ингредиентов. Фасоль 250 грамм, лук 1 штука, морковь 1 штука, сметана 200 грамм, вода 200 миллилитров, растительное масло 2-3 столовые ложек, мука 1 столовая ложка, соль по вкусу, перец черный молотый по вкусу, количество порций 4. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. До встречи!